двигателя 325 лошадиных сил. 325. Я сколько вам сегодня автомобилей представлял? Где 26, где 27, а здесь 325. 6 тысяч с лишним кубических сантиметров. Да, не очень просто Арно Аниеру будет развернуться на этом Кадиллаке. Ему даже, вот я вижу, служба поддержки немножко оказывает поддержку. Да. Слушаешь эту замечательную музыкальную композицию, смотришь на автомобиль. 1959 год, Америка. На экраны вышел только что фильм «Some Like It Hot». Миллионы девушек хотели быть похожи на Мерлин Монро. В том же 59 году состоялся конкурс красоты «Мисс Америка». Впервые показывали его в прямом эфире по телевидению. Шоу побило все рекорды. Да. Тот проезд на предыдущий фестиваль был не очень успешным у Арно Аниера. Вот сейчас, уважаемая публика, вы посмотрите на заднюю часть автомобиля. Она выполнена в неком таком аэрокосмическом дизайне. Вот эти вот красные фонари, стопы, они, ну, олицетворяют сопла реактивного двигателя, ракеты, самолета, динамика, скорость. Да, кстати, скорость 210 км в час, максимальная скорость этого Кадиллака. Ну и, конечно, любой Кадиллак в исполнении купе – это уже эксклюзив. Арно Аниер владеет этим автомобилем 2007 года. И большое ему спасибо, что он каждый год приезжает к нам на фестиваль. Ни одного нашего фестиваля «Золотая тень» Кёнигсберга не пропустил. А его Кадиллак, безусловно, является настоящим.